И вот мы с вами можем наблюдать вот один клоп. Вот он. Посмотрите, ползет. Да, вот он заполз в щель туда, да, внутрь. Вот. Ну, по всей видимости, какие-то здесь клопы уже. Ну, это гнезда их, наверное. Вот, вот этот живой, да, вот он. А вот тут он. Несколько было. Вот он живой, да, вот он пополз, побежал, притаился, потом побежал, вот он. Да, то есть мы видим, вот он. Вот он, да. Можем посмотреть. Вот еще. Да, мы видим, что, ну, это, можно сказать, что высокая степень, да? Высокая степень заражения клопами. Вот. Очень высокая степень. Да.